Представлюсь, меня зовут Кихаил Константин Николаевич, я народный мастер филимоновской игрушки, преподаватель Адоевской детской школы искусств. Я постараюсь рассказать о промысле, о филимоновской игрушке. Возможно, это самый старый из глиняных промыслов России. Упоминается в летописи он в середине 16 века в связи с Анастасовым монастырем. Князями Воротынскими был заложен он в середине 16 века, и тогда же часть земель, в том числе и Филимонова, отошли к монастырю, в собственность монастыря. Но это уже к этому времени был сформирован промысел, было имя у деревни, а возникло, конечно, все намного раньше. Самые смелые предположения говорят о том, что может быть, это до христианских времен, то есть более 1000 лет. В пользу этого предположения говорит то, что орнамент, который, значит, присутствует на нашей игрушке, он геометрический. Это, конечно же, в те времена мастера тех дальних лет воспринимали это не как орнамент, а как солярные символичные знаки. Это солнце, это зигзаги, это линии. Но, конечно, тех времен, того периода игрушка не сохранилась, и тем более уж не сохранилась роспись, чтобы точно знать, как она выглядела в те времена. Наиболее вероятно, это где-то 600-700 лет нашему промыслу. Конечно, по всей России, ну и вообще в мире огромное количество ремесел существует. Тысячи мастеров что-то делают из металла, из кожи, из бересты, лозы, но ремесло не сразу превращается в промысел. То есть кто-то делает самовары, кто-то делает подковы, но ремесло становится промыслом тогда, когда приобретает какие-то отличительные черты. Если игрушка не просто игрушка, а вот у нее появляются там длинные шеи, например, как в нашем промысле, или какие-то узоры особенные, тогда стараниями вот многих талантливых мастеров и по истечении какого-то времени, наверное, тогда ремесло превращается в промысел. То есть оно уже имеет свои отличительные качества, художественную ценность и имя. Вот филимоновская игрушка, она возникла здесь вот вблизи Адоева, в Тульской области. Сейчас ее знают очень-очень многие. Вот. За эти десятки, сотни лет, конечно же, в промысле было очень много мастеров, очень много талантливых мастеров, которые привносили какие-то новые сюжеты, новые элементы росписи. Но вот самая хитрость, что в течение этого времени все же промысел сохранил свои какие-то уникальные художественные черты. Если говорить о лепке, то основными качествами нашей игрушки в пластике, в лепке, это удлиненные пропорции. Вот бытует такое мнение, что это связано с не очень хорошей глиной. Вот, на самом деле, конечно, я думаю, это художественный прием, осознанный художественный прием. То есть удлиненные пропорции – это всегда красиво. Это встречается это в лаковой миниатюре, это можно увидеть в иконописи, это присутствует у нас. По пластике, конечно же, филимоновская игрушка – это игрушка деревенская. Она лишена каких-то утонченных деталей, но вот эти вот вытянутые формы, длинные шеи, они придают ей, конечно, такое вот изящество. В росписи отличительной чертой нашего промысла является трехцветный, очень яркий, насыщенный колорит. Вот если говорить о технологии, последовательно, я немножко перепрыгнул, конечно, вот если говорить о технологии, вот наша глина. Изначально она будет выглядеть вот так, серый цвет, очень пластично, очень интересная глина, с замечательными своими свойствами. Вот после обжига она будет белой, то есть из нее выгорают все органические соединения, глина светлеет, и по вот такому белому черепку, конечно же, расписывать очень легко и приятно, и любые цвета смотрятся очень ярко.
Потом, значит, в руках мастера эта игрушечка будет выглядеть примерно вот таким вот образом. То есть три цвета, малиновый, желтый, зеленый, это традиционные наши цвета, накладываются они на игрушку последовательно. Сначала желтый, это как бы основа, вот можно увидеть, что это желтый занимает очень большие широкие полосы. Потом идет красный, малиновый точнее, и зеленый. И вот такая небольшая хитрость, то есть используя три красочки, можно получить 5, а то и 6 цветов. То есть вот малиновый цвет, это так называемая рубашка, да, цвет по черепку. Эта же красочка, положенная сверху желтой, уже становится не малиновой, а красной. Тот же самый фокус происходит с зеленой. Сине-зеленая основа, на белом она сине-зеленая, на желтом она становится желто-зеленой. Иногда в литературе можно прочесть о том, что использовался фиолетовый цвет. Иные источники говорят о синем. Но на самом деле фиолетовый цвет получается из тех же самых трех наших цветов. Когда мы малиновым покрасим по зеленому, получается такой темненький фиолетовый, достаточно чистый цвет. Но, конечно, это цвета сегодняшние, такая палитра цветовая сложилась в 19 веке с использованием, с изобретением анилиновых красок. Вот. А прежде использовались красители натуральные, и выглядело это примерно вот так. То есть, конечно же, они были не такие яркие, но все же орнаментальные элементы были те же самые, и колорит был тот же самый. Прежние времена, это, конечно, 18 век, 17 век, красители использовались, ну, те, что находились под ногами. Это могли быть цветные камушки, растения и так далее. Вот если говорить именно о прошлом, о мастерах прошлого, конечно, я хотел бы сказать о многих мастерах, ну, назвать хотя бы несколько фамилий. Это знаменитые семьи Зайцевых, это Дербеневы, Лукьяновы, Масленниковы. То есть огромное количество семей работало в промысле и, конечно же, использовали прежние мастера не печи электрические, которые используем мы сейчас, а вся керамика обжигалась в горне. Горн – это такая большая яма, название она получила именно от горки, то есть выстраивалась она на краю оврага. Вот. И каждый мастер делал, естественно, горн самостоятельно, для себя. То есть общих печей не было, и как бы я не очень представляю ситуацию, когда гончар навертит горшков и будет по всей деревне бегать где-то в другом месте их обжигать. Или там по дождю, например, это вообще было бы нереально. То есть каждый мастер возле своего дома строил горн. Иногда это, значит, было более серьезно. Это как большое сооружение, обкладывалось оно кирпичом. Иногда это была просто яма, обмазанная изнутри глиной. Вот. Но в любом случае горн – это расходная вещь такая, необходимая, конечно, для обжига керамики, но все-таки она требовала очень много дров, там, любого топлива, поэтому мастера, вот мужчины, да, изначально это был, конечно, мужской такой серьезный промысел, мужчины вертели горшки, мохотки, печные трубы, все что угодно. И когда это все, вот эти объемные большие предметы закладывались в горн, между ними, конечно же, образовывались пустоты. Вот именно для того, чтобы максимально использовать обжиг, в эти пустоты лепились бабушками, женщинами, лепились игрушки. То есть это считалось таким пустяковым занятием, вот, а основное, конечно, это посуда. Лепили и игрушку, и посуду зима, весна, а в летний период это все обжигалось и потом продавалось на ярмарках, на базарах и так далее, и так далее. Вот, мастера игрушечники, то есть если глиняный промысел, он, к сожалению, как бы сейчас не актуален, изделия появились фарфоровые, металлические, какие угодно, пластиковые, и гончарный промысел как таковой сейчас не существует. Игрушечный промысел, он выжил, лепили его всегда
бабушки, женщины и молодые девчонки. Вот, девочки, значит, обучались они в школе, считалось, что ну, 4-5 классов, то есть начальное образование достаточно для ребенка, потом он уже начинал работать. Может, это как бы достаточно такая суровая практика, но она давала заработок ребенку даже вот-вот, ну, как бы с детских лет. Филимоновские мастерицы, молодые девушки, были очень престижными невестами. Вот, именно потому, что они уже к времени замужества имели хорошее приданное. Вот, и сама деревня, когда в лучшие годы она насчитывала там около 400 семей, и все эти дома были кирпичные, покрытые не соломой, а черепицей. То есть достаточно богатая деревня была, именно потому, что все жители занимались промыслом. Глины, точнее земли в округе Филимонова очень глинистые, для земледелия они не были пригодны, ну и естественно любой человек, ремесленник, крестьянин, он находил способы как-то прокормить свою семью, если не сельским хозяйством, значит какими-то ремеслами. Там возле деревни Филимонова есть залежи кирпичной глины. Есть залежи, значит, филимоновской глины, вот той, которую мы используем, которая называется в литературе синика. И была гончарная глина, она бежеватого такого цвета, ну, давала хороший прочный черепок для гончарных изделий. Вот, вот таким образом с течением времени вот огромное количество мастеров передавало этот промысел из рук в руки. Это очень ценно, когда игрушка не прерывает свою жизнь. То есть действительно все обучение проходит из рук в руки. Научиться такому ремеслу по литературе, по книжкам достаточно сложно, или точнее можно сказать невозможно. Вот. Промысел никогда не останавливался. Были небольшие перерывы во время войны, но вот в 50-м году ее уже лепили. Были, конечно, периоды не очень благоприятные для промысла, когда с ней боролись, считали, что это не трудовые доходы. Вот. Но сейчас мне кажется, что промысел стабильно развивается. То есть, если в 84-м году, когда сюда приехал Николай Васильевич Денисов и значит, вот занялся возрождением игрушки, тогда речь была именно о возрождении. То есть надо было спасать промысел, потому что в Водоеве, ну, собственно, и в деревне Филимонова ее уже почти не лепили. Вот. Ну, благодаря его стараниям игрушка возродилась, и сейчас мы можем говорить уже как бы смело говорить о ее просто развитии. То есть, конечно, появляются какие-то новые сюжеты, ведь промысел – это не музейный экспонат, он не может застыть во времени. Он развивается вместе с развитием каких-то технологий, сюжеты появляются новые. Но важно, чтобы люди, занимающиеся лепкой игрушки, конечно, ну, в первую очередь ее любили, хорошо знали и уважительно относились к традициям. Иначе это, конечно, может переродиться во что-то иное. А хотелось бы, чтобы вот эти истории, которая началась очень много лет тому назад, не закончилась в наше время, чтобы она продолжалась. Поэтому, ну вот мы в школе занимаемся изучением игрушки, мы лепим с детьми, участвуем во всевозможных выставках, конкурсах. Если нас куда-то приглашают, мы с удовольствием едем. И я думаю, что вот эта вот традиция, эти поколения мастеров не прервутся, и промысел будет жить и дальше.